Валерий Константинович, доброе утро. Рассмотрела про ядро Маньчжурского ореха. Расширяет сосуды, хорошая тема. Тем самым снижает давление, снижает сахар крови. Напомню, я рассказывал, как я съел несколько орехов, резко у меня увеличилась физическая активность. Именно активность. Вот. И вот реакция на мое то выступление. Итак, расширяет сосуды, снижает давление, снижает сахар крови. Ну да, все правильно. Значит, я не случайно почувствовал себя лучше. Но противопоказано при повышенной свертости крови, то есть повышенных тромбоцитах, агрегации тромбоцитов по анализу крови. То есть при густой крови нужно принимать вместе с орехом что-то, что разжижает кровь. Если у вас кровь жидкая, то подходит. И советую количество орехов 1-2 в день. Вы меня напугали, я съездил до 4 орехов, 6. Вот. Ну и я обещал фотографию, вот она. Это прямо у меня на кухне. Вот он, натюрморт. Вот я 5 дней вымачивал, в воде держал. Они стали чуть-чуть получше раскрываться. Часто бывает прям половинка ровненькая такая. Конечно, мякоти меньше, чем в грецком. Да когда она ровненькая, кажется довольно жирненькие эти половинки. Одну удается, как правило, извлечь целиком, вторая чуть-чуть. Ну, а дальше уж от жадности я уже выковыриваю эти кусочками ножом. Вот этот момент. Вот. И, господи, я еще хотел сказать. Все это красиво горело, ни одного заказа. 20 орехов заказали. 20. Только, а интересно, они меня слушают или не слушают? Вот. Куда они поехали? Это не шутки, 20 орехов, да, сейчас. Вот она. Так. Татьяна Захаровна. Ярославль, улица Автозаводская. 20 орехов, да. Ну, еще по 20 абрикос. Такой, слива такая. В общем, нормальный сад получился. Ладно. Но все-таки, о, Господи, 20 орехов продам. Остальное придется съесть.